Пора назад хозяину. Хотя, может, скажешь, где она все спрятала? Я не знаю. Подумай, а то будет больно. Мне плевать. Что тут произошло? Мы сбежали вместе. Она помогла. Сказала, придет корабль. Но нас нашли. Кто помог? Patience Gibbs. Наш лагерь прямо за холмом. Они разграбили его и схватили нас. Ее верно держат там. Где он? Я не знаю. Говори, где он? Отпусти! А, притворство-то. Это что, такая ценная штука? Не знаю. А зачем он нужен? Это тайна. Thank you.
Знаешь, где Пэшенс? Кто ты? Зачем она тебе? Я хочу помочь. Скажи, что ты знаешь, прошу. Она боролась, как могла. Ее увели к остальным. Где артефакт? Где всего? Последний раз спрашиваю. Где артефакт? Я не знаю. А что делать? Алам! 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 Help me, damn it! Где он? Боюсь, обзаклад его тут вообще. Она его на себе носит. Got a line on me.
Кто ты такая? Я хочу помочь Пейшенс Гибс. Там был капитан, командовал. Он еще тут ищет что-то. Он знает, где она. Он послал их. У него много солдат. Тебе придется сперва убить их. Спасибо. Спасибо.
Где Пейшенс Гибс? Ищи остальных. Она с ними. Come on, don't lose the shit! Grenades! Внезапно аккумулятор кончится.
Где Пейшенс Гибс? Что происходит? Стой, кто идет? Где она? Хорошо, хватит. Доктор Джадж заберет ведьму на допрос в Форт Вашингтон. Спасибо. Дьявол, что они сделали? Их кровь на твоих руках! Ты никогда не получишь амулет! Я всегда на шаг впереди! Уведите. Делайте с ней что хотите, но она не должна умереть. И запомните, мне нужен этот амулет. Я убью тебя и отомщу за свою мать! Ты его не получишь! Отпустите! Я с вас со всех шкуру сдеру! Провиант скоро подвезут. Надеюсь, они половину взяли в лагерь работ. Поселиться там решили? Да, пока артефакт не найдут.
что отряд, который за ней послали? Они схватили ее. Но артефакт до сих пор разыскивают, по-моему. Они не торопятся. Да уж. Их нужно было у него спросить, как ему пробраться. Вот, они убивают. Шишера все убивали. Вот. Мне показалось. Что показалось тебе? Что с того? Соберись, дружище. Тут чисто театр теней. Ненавижу. Этому тоже показалось. Что оно иншал джоти. Это кажется креститься мне. Take us that way! I've got you in my sights! Ooh.
Stop there, you! Halt! Stand still. Those need to be changed. On your flags. He's trying to play us. Thank you.
You there, stop! Prepare to bleed! Damn it! Stop, man! Just have to pull the trigger!
No. You get back here. Ты кто? Я выведу тебя. Идем. Вот еще. Я не верю тому, чего не вижу. Мерд! Keep him guessing. В тюрьме! На помощь! На помощь! Пленница сбежала! Держи! Хватай! Держи ее! Держи ее! Он может быть только в одном месте. Я сам его достану. Отдашь мне амулет, милочка, или хочешь, чтобы тебя осмотрели? Уверяю, все инструменты у меня с собой. Ладно. Спасибо. Все она ваша. Уверен, вы с ней намучились. Я хочу тебе помочь. Я справлюсь сама. Пейшенс! Отстань от меня! What?
Не пытайся снова сбежать. Назови себя. Авелина де Крампре. Из Нового Орлеана? Ты все-таки существуешь. Так что тебе нужно, если не мой амулет? Только ты. Сама по себе. Ты из тех, кто предпочитает девиц? Точно. Меня послал друг. Коннор. Он предлагает защиту и обучение. Мадмуазель, верните мой амулет. И тогда можете взять меня как трофей. Тогда идем. Знаешь, куда Джадж дел амулет? Думаю, в круглую башню. Туннель ведет туда. Настоящие дела. Добрый доктор ведет внизу. Наверху улыбается, как святой. Но меня ему не обмануть. Амулет принадлежал моей матери. Ей, как и ее матери, он давал силу и праведческий дар. И мне тоже. Без него я слепа. Скоро ты вернешь его. Я обещаю. Амулет можно держать на вязальной миске. Я проверю. Пока ничего не получится. Настоящие дела. Добрый доктор ведет внизу. Наверху. Он улыбается, как святой.